В данном видео вы узнаете дату выхода и краткое описание новой серии турецкого сериала «Ранняя пташка». Санем в шоке, узнав, что Хюма – мать Джана. Она пытается объяснить Джану, что познакомилась с его матерью при неприятных обстоятельствах. Джан в смятении, встретив маму спустя столько лет, и теперь старается держаться от нее подальше, поэтому начинает жить в дугорном домике. Эмре тоже удивлен приездом матери. Он поддержит Джана в этом вопросе. Джан желает сделать предложение руки и сердца единственной женщине, которой он доверяет и любит. Немедленно начинает подготовку к этому событию. В это же время Санем мучает совесть из-за того, что она соврала Джану. Поэтому она ищет подходящее время, чтобы рассказать ему всю правду. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Ранняя пташка» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 2 февраля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!